Березняка нам еще далеко. Так, вот тут бы нам как-то сейчас завернуть вот сюда, что ли. Опа, впереди свет. Вырубай, вырубай, вырубай. Видишь? Что такое? Я не знаю. Что-то там светится. Да, в городе? Да. Блин, я забыл микрофон включить. Это где-то в лесу свет, это не в городе. Просто база прожектора. Что-то же туда, да? Давай подойдем, посмотрим тихонько. Интересно же. Похоже на, типа, костер, что ли? Погас. Здесь замок. На замок пришли. Это база, походу. Ну, они погасились. Может быть. Че, перейдем тут маленько, пока расцветет, может. В елочках. Давай под, тут заляжем где-то. У них свет, они, конечно, тоже, наверное, без этих, без ПНВ-шек, конечно. Так, начинает светать Вейкер. Поехали потихоньку. Так чистим серы. На втором этаже горит свет внутри, в замке. Надо ловить на выходе, короче, их. Так. С винтовки оптику надо снять. Я по углу дома попробую этот ко мне подойти. Да, там стоит дверца, такая самая примитивная. Даже без досок, по-моему. Надо ждать, короче. Там костер не горит, да, внутри, слышу. Как щелкает, трещит. Ты прям в здание подошел? Напротив входа сижу, за маленькой елочкой. Я думаю, должен услышать, если он будет выходить. Шевелится. Ты ходишь, Вейкер? Не-не-не.
А, значит, ладно, посмотри. Сижу. Вот я слышал, стукал один. Дайте посмотреть. Тихо. Ты, значит, дашь посмотреть? Нет, пока тут нас... Погоди, да. К самку подошли, там сидит чел, внутри костер развел. На базе. Возможно, сейчас выйдет. Ну там точно, да, вроде как шевелился. Ты слышал ведь его? Да, 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 точно, точно ходил кто-то. Ну. Что, может, мне показалось? Сейчас бежит. Не слышу. Я пока. Сижу, просто лестница с моей стороны, лестница бегает. Он тебя не мог слышать? Живой, живой, шевелится. Шевелится? О, вышел, вышел. На меня идет. Бегу. Дал ему нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Живой? Да, бегу на него. В гараже. Дал ему, минус он. Остались. Так, я не знаю, вышел? Он мертвый или не мертвый, только я не знаю, бля. Он меня со шмайзера залил, короче. Он по 40, что ли? Да. Ёптать, пляны, как я выжил вообще, хз. Так он-то не умер сразу, нихера себе упал. А ты с чего по нему? Открыто. Отлично. Нет, нет. А, нет, стоп, закрыто. Верхней херни нет, поэтому я поползу. Чем тут занимался? О, я там понял, еще кто-то есть! Толяк, ты, боже ты мой, блин! Там ложится миллион лет, блин. Там еще какой-то немец, походу, с этой сидит, с немецкой херней, блин. Закидывай туда вниз ему дымы, блин, вверх точнее. Стрельни разочек, я занырею. У тебя есть чем стрелять еще осталось? Нет. Это плохо. Все, ложусь. Мне бы чисто патроны, блин. Я тебе дам тут патроны. Поставь себе в пистолет. На, держи. Скинул по твой пистолет патроны. Недовольный пацан. Че, ругается? Стреляет. Нет, стреляет, блин. Так, и тут 7 патронов осталось. В шмайзере 6 патронов. Возряжай. Сейчас попробуем что-нибудь сделать с ним. Капец, там задымили ему. Готов? Давай, пошел за тобой. А я, кажется, вижу. Нет, погоди, погоди. Нет, показалось. Давай, пойдем. Он там тоже, вероятно, без особых патронов-то сидит. Сдавайся, болдыт. Прикинь ты моуху туда. Не знаю, смогу это прикинуть, нет? Она, скорее всего, отскочит просто. Нужно просто очень быстро нам обоим залететь. Прямо мега быстро. Даже неважно, попасть, не попасть. Да, готов. Давай, раз, два, погнали. Залетай. Он еще бегу, выше. Бегу, бегу. Он еще выше. Я понял, он еще выше. Минус, 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 минус. Есть. Че, прорвались на базу? Че-то патронов, конечно, не ахтило. СТГшка у него есть. Ой, и магазин на мою винтовку. Отлично, то что надо. Хорош.
вообще-то. У нас на СТГ что-то было же, вроде у тебя магазин, ты говорил, или нет? Или там тоже без магазина? А. Так, магазин ИШ. МП-40, магазин. Сик у них есть. Все, мы там пошли. Магазин МПС у него зарядил. Катал нас хватит. Побежал. А он повязку, видимо, он повязку скинул, на другую одел. Была синяя, он одел оранжевую. Это момент, когда ты его начал пиздить. Чё-то слева за херня там, не понял, ну. Слева что-то лежит, у дерева, не пойму, что это. Я тоже вижу, ага. Рюкзака забитых. Что, блин? Ё-моё. Может, кто-то сюда шел, типа им на помощь, оставил рюкзаки и пошел к нам, типа нас убивать? Давай. Ты осмотрись, я ищу. Пускай ищут. Взяли в руки, просто убежали в сторону. Сумки. А тут. Тут только одного. Смотри, патроны, магазины, которые нам нужны какие-нибудь. Ни хера нет. Вольтер, интересно. Вот, тут кто блин. Перед нами, перед нами, ёб твою мать. Он выдержал попадание в каску. И второе в каску выдержал Вейкер. Вышли нахер отсюда. Не по-пацански, бля. Понял. Лучше, короче, не в каску стреляй, понял? Он тут у меня в кустах, вот здесь передо мной. Убил. Давай. Это только один. У меня последний патрон остался в винтовке. Он с красной повязкой был, кстати. Блин, добить бы его, не уверен, что он умер. Очень долго жил парень. Его зомби. Что-то зомби даже не поняли, что случилось, спокойно ходят. За тобой, да? Да. Ага. Добью этого, подойду. Отвали, блин. Так. Он на башне сидит. Понял. Сверху? Головешка, головешка сидит прямо на башне. Понял тебя. Самый верх? Да-да-да, самый верх, он прям головешка торчит. А я не вижу отсюда его. А, вижу теперь. Бегу штурмовать его нахуй. Попал. Вроде бы. У меня его штурмовать особо не с чем, Вейкер. Я бы сейчас с этого типа бы сначала забрал, все, потом бы. Но ты можешь просто проконтролить вход, слышишь? Просто под контроль выход и все. Понял, понял, все. Блин, тема тут. Где я тут убил-то их? Сам уже заблудился, блин. Только живи. Тебе стреляешь. Там тут не должен меня видеть вообще. Блядь, телевидит. Он видит труп своего друга, и поэтому сюда он бахает. Контролишь? Угу. Пикает, пикает, все еще смотрит сюда.
Блин, вот патроны кончились у меня на винтовке. Сейчас бы я ему вжарил туда, блин. По лицу. ХЗ, ну дым тут бахает нормально. Если меня увидеть через дым, это будет что-то очень подозрительное. Ты ему прокидываешь? Нет. Понял? Он, походу, мне прокидывает. Я нашел карабинер. Дай мне секундочку. Целится у меня. Ах ты, падла. Бить меня захотел, бля. Не было звука упавшего тела там какого-нибудь? Не. Но он теперь знает, что я тоже с оружием. Блять! Упал? Сервак. Сервак? А, сервак! Ёпты! Быстро, 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 кто вперед заходит? Так там вы убили какого-то смайла. Я ему, возможно, попал в каску, а каски, как выяснилось, держат очень хорошо. Может быть, он без сознания лежит на самом верху, я вообще не знаю. Позиция в очереди 4, давай, игра! Давай! Хорошо не было. Бойцы, блядь, народ. Так, я тут. А, меня откинуло! Конкретно откинул. Я без оружия до сих пор, хакер. Смотри, тогда один может быть живой. Ёпты. О, как нехорошо. Вот это, блин, выкид из игры. Вот это капец. Карабинер пропал. И я без патронов как раз. Я подхожу к замку. Я в башню поднимаюсь. Сверху его нету. Здесь две мосинки лежат с патронами. Может, ты убил его? Хер его знает. Понятия не имею, бля. А, с патронами? Моя без патронов. Ну, спуститься бы он никак не успел. Я, мне кажется, самый первый вообще зашел. Его могло откинуть с самой башни где-нибудь по центру. Его, да, его, скорее всего, откинул куда-то на низ, мне кажется. А ты убил его с карабинера? Убил? Бракаем Шентайн, убил Морген. Маузер, ПК 90, да. 98. Да, значит, я убил его. Посмотрите. А первого ты убил в церкви 527. Да, 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 да. Все, значит, убил его. Блять, чертов сброс врага. Капец просто. Я побежал на их рюкзаки. Капец, как обидно, блин. Так красиво все было сделано. Первый какой-то псих, а второй Морген. А как мы их прочитали, ты понял по сумкам? Это ж вообще. Типа типы пришли, сбросили сумки и пошли на выстрелы, короче. Ёптать, блин. Последу, и повязки сняли с себя.